Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на нашу домашнюю кухню. Если вы ищете простой, но вкусный рецепт домашней выпечки, то, возможно, творожный кекс с апельсином – это то, что вам нужно. Легкий в приготовлении кекс с цитрусовым летним ароматом, с приятной творожной текстурой прекрасно подойдет для вечернего чаепития или для плотного завтрака. Итак, готовим! В большую миску мы кладем творог, наливаем подсолнечное масло без запаха и разбиваем 3 яйца. И все размешиваем венчиком. Кстати, все ингредиенты для кекса должны быть обязательно комнатной температуры. Ну а творог должен быть без комочков и не сильно жирный. Наливаем в тесто 1 ложку эссенции ванили. Насыпаем сахар. И натираем цедру 1 апельсина. Этот же апельсин мы разрезаем пополам и выдавливаем из него сок. Переливаем апельсиновый сок в миску. Будущее тесто для кекса перемешали, а теперь мы просеиваем в него муку, кукурузный крахмал и разрыхлитель. Форму, намазанную маслом, я присыпаю мукой, распределяю ее Отставляем присыпанную мукой форму в сторону и берем один чистый апельсин и нарезаем его на дольки. Дольками порезанного апельсина выложим дно формы. Выкладывать надо слегка внахлёст. Тесто переливаем в форму. Форму с будущим кексом я убираю в духовку, разогретую до 180 градусов на 45-50 минут. Зависит от мощности вашей духовки. Прошло 50 минут, и я достал кекс из духовки, дал ему остыть, теперь сниму форму и присыплю сахарной пудрой. Смотрите, какой он красивый, красивого оранжевого цвета. Апельсин полностью пропекся и превратился в цукаты. Вот такой замечательный оранжевый, апельсиновый и ароматный кекс приготовили мы. Ну а я, дорогие друзья, сегодня прощаюсь с вами. Если вам понравился этот наш рецепт, то ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пока!